Господи, жены и жены. Эта серия, девятая серия, к сожалению, значительная часть будет проходить в темное время. Вот так вот получилось. Десятая вообще в темноте. И тогда я более подробно остановлюсь на ответах подписчикам, которые задали вот в последнее время. Логин Путник81 отвечу. Логин Владимир Протопопов. Реал Тайм Кар Тревел. Вася Васин. Александр VII. На ваши вопросы, комментарии я отвечу тогда, когда начнется темный участок. А сейчас, чтобы не отвлекать внимание, буду немного комментировать трассу. Комментировать особо нечего, просто привязывать комментарий к картинке. Продолжаем движение по трассе по федеральной трассе М5, перевал через Уральские горы. Впереди река. С левой стороны река Буланка. На отдалении, ну, примерно километр с левой стороны, по ходу, такие зеркала озер небольшие. Ну, по всей вероятности, карьеры были. Вот они сейчас заполнены водой. Каких-то населенных пунктов, деревень, ни слева, ни справа, не вижу пока. По большому счету, поездка не очень визуальная такая, потому что приходится двигаться в паре и подстраиваться под темперамент довольно-таки сложно. У меня, например, интерес снимать в светлое время. У ведущего как можно больше проехать. Вот это основная причина, одна из основных причин, когда расходятся интересы, является тем, что я предпочитаю всегда и везде ездить один. С левой стороны далеко ельничный поселок. И вот я говорил про зеркало озер с левой стороны. Называется Восточно-Болонгинский карьер. Ну, видно тут и дороги своеобразные. Карьером видно огромные такие выборки грунта. Населенных пунктов, повторю, ни слева, ни справа не вижу. С правой стороны
река Малая, Малая Сатка. С левой стороны, на расстоянии примерно, сколько здесь, километра три, железнодорожная ветка. Станция Рудничная с левой стороны, это там же река Татарка. По пути... По пути... Ограничение 90. Проехали по мосту Малая Сатка. С левой стороны также Малосаткинское водохранилище. Двигаемся по Саткинскому району. Красивейшие места. Справа река, речка Черная. Очень редкое, в кавычках, название. Ну вот насколько хватает. Насколько хватает обзора на карте, далеко с левой стороны проходит железнодорожная ветка, я уже говорил, станция Сатка. Впереди будет поворот. Я там не был. Хотя многократно было желание заехать посмотреть. Ни в Златоусте не был. Всегда проездом получалось так. Может быть, будет такая возможность когда-нибудь, не знаю, будет или нет, проехать по трассе, заезжая во все такие... Ну, заезжая в города, которые будут на трассе. Стараешься как можно больше проехать и в то же время проехать в светлое время. С левой стороны большая запань, с правой стороны деревня Черная речка, с правой стороны. И еще дальше поселок Мраморный и Магнитский. Так, какой-то затор непонятный. Ну, а это обычная картина на Урале. Участок очень тяжелый. Серьезные испытания для вышегрузов. Зачастую, когда снегопад, много раз наблюдал, особенно в Забайкалье.
Там вот автомобили просто стоят на серпантине, большие грузы, колеса крутятся, а автомобиль стоит на месте. С левой стороны населенный пункт Березовый мост и река Первая. Трасса М5, перевал через Уральские горы, 9-я серия, 10-я будет проходить в полной темноте, но она не очень длинная, а вот 11-ю серию рекомендую посмотреть очень внимательно начало. Напомню, что там произошло ДТП. Там произошло ДТП, когда от встречного автомобиля отлетела полена и попала в бампер моего автомобиля. Будет фотография. Тот момент, когда летит полена, я отдельно, там же будет вставка такая в замедленном варианте. Так, ни слева, ни справа. Ну, с правой стороны далеко река Черная, впереди поселок Южный. Но вот на карте не видно, к сожалению. То, что попадается на видео, какие-то проезжаешь какие-то площадки иногда для кратковременной остановки. На карте этого нет. Ну вот проехали поселок Южный. За ним вот АЗС, какая-то площадка, полянка. На карте абсолютно ничего этого не вижу. Но повторю, наверное, в сотый раз, что карта очень сильно устарела. Ролики 5-минутные, ускоренные в 3 раза, это минута 40 секунд где-то. Вот приходится рвать видео, не видео, а рвать комментарии,
прорвать путь на карте, чтобы как-то более-менее привязаться к реальной картинке. Так. Ограничение 70. 70. С левой стороны река Каменка. И вот меня частенько часто удивляет то, что отправляясь в зимний период в дальнюю поездку, идти в большие грозы, не берут с собой противоскользящие цепи. Я уже сколько раз говорю, наблюдал, когда автомобиль стоит на подъеме, колеса крутятся, а с места не сдвинется. Серьезное испытание тот перевал для автомобилей, для большегрузов. Заключительную серию тормозные колодки у них возникают проблемы с двигателем. Пока трудно сказать. Автомобиль не тащит. За заключительная серия. Огромный хвост. Движение по городу Кемерово раздражает. Я сделаю без ускорения, чтобы как-то отметить, отдать уважение, что ли, той трагедии, тем людям, которые погибли в Кемерово. Помню, что проезжая по Кемерово, видел название «Зимняя вишня» или рекламный щит. Да нет, нормально. Сейчас не помню. Или мимо торгового центра проезжал. На карте видны просеки в лесном массиве с правой стороны. По всей вероятности, там высоковольтная линия проходит. Вот площадка, развал. Многие останавливаются, покупают что-то здесь. Вот колонна шла этих цистерн. По всей вероятности, они и тормозили. Колонна всегда идет медленно. В основном перегонщики. Впереди по трассе река Баргуш. До последнего времени пользовался установленной системой навигации на смартфоне MapMe. Мне очень понравилась она в том плане, что подробные были, очень подробная карта. Она рисованная, не фото со спутника, а нарисованная, ну не знаю, схема, короче, была. Но там, чем она мне понравилась,
о тем, что малейшие островки для остановки, там, для кратковременной остановки, для стоянки, они были отмечены. То есть карта со спутника была доработана. Впереди добавлена развязка такая, на схеме добавлена небольшая места. Поворот на Златоуст, город. Проверял во время движения. На самом деле он будет с левой стороны. 99% совпадения. Поворот налево, такая развязка будет. Тоже вот в Златоусте ни разу не был. Хотя город достаточно известный, знаменитый своими мастерами. Это славится тем, что тут изготавливают ножи. Это что такое? Изготавливают ножи, которые продают по всей трассе и в других городах. Неоднократно видел в киосках написано «Изготовлено в Златоусте». Златоуст, рядом река Салтанка, город стоит на реке Тесьма, Златоустовский пруд. Проехали Златоуст, первый поворот на Златоуст. Впереди еще будет одна развязка, по ней тоже можно будет попасть в этот город. Город знаменит своими мастерами по изготовлению холодного оружия, ножи, палаши, сабли. Город достаточно известен, но я там ни разу не был. Через город проходит река, несколько рек, вот река Ай. Да что такое? Река Черная, но несколько рек, на которых стоит город Златоуст. Впереди, с левой стороны, Айское водохранилище. Вот, двигаясь в одиночку, я бы уже стал присматривать место для остановки, для ночевки. Потому что большой объем видео скапливается, и переброска на внешний жесткий диск занимает 4-5 часов. Но в этом маршруте все было иначе. Так, с левой стороны водохранилище Айское, мост через реку Ай, и развязка, по которой можно попасть. Вторая развязка, по которой можно попасть в Златоуст. Что-то болтаю в салоне автомобиля.
Так, впереди река с правой стороны. Сержанка. С левой стороны далеко река Каменка. Интенсивность движения, сами видите, высокая. Двигаться в темное время через перевал по дороге, через перевал, но достаточно опасно, я бы не рекомендовал. Как уже говорил неоднократно, перевал преодолевать в светлое время, когда можно рассмотреть природу. Ландшафты, это проблема у меня с навигацией, по-моему. Темное время, но это... А когда привыкаешь к навигатору, то без навигатора чувствуешь себя как... А, понятно, нифига не видно, проезжая Садку, по-моему, не помню где, ой, сейчас уже не вспомню, заляпал фары этим вот химикатом, которым обрабатывают дорогу, фары покрылись налетом и... Очень плохая видимость была. Ну, наверное, обратили внимание, видимость освещения стала гораздо лучше. Я ругаюсь в салоне автомобиля. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Ну вот слышно, какое настроение во время движения. На нервах приходится подстраиваться. С правой стороны озеро песчаное, развязка возле поселка Горный
левый поворот на Нижний Атлян, далее Верхний Атлян. Ну и можно попасть в МИАС. Можно попасть в МИАС. Дальше будет еще крупная развязка. Прям в город приведет. Вот здесь где-нибудь я бы и остановился на привал. Но, к сожалению, реалия другая. Слева в отдалении еще река Черная. Разметки никакой. Слепят встречные автомобили. Вот приходится прятаться за большой груз. С левой стороны по ходу движения озеро Большой Черташ. Чертаныш. Ну так, как относительно большое. Так, ну, темнота кругом, поэтому начну отвечать на вопросы. Логин Путник написал: многое зависит от настроек навигатора, и неважно, он отдельно или в смартфоне. Я как-то привык к одному и знаю уже все его плюсы и минусы, но всегда забив его путь, проверяю построенный маршрут. Если надо часть маршрута изменить, добавляю точки на конкретной полосе развилки. Да и на знаки и указатели обращаю внимание. Навигатор в смартфоне подбирал долго. Приглянулся один, так и проехал с ним уже 60 тысяч километров. Но всегда перед дальними поездками просматриваю маршрут на картах онлайн, запоминая места съездов и повороты. Навигатор, приложение как дополнение, план трассы, показатели времени и расстояний. Так, ну, насчет навигации, это до недавнего времени у меня не было проблем, пока не
пока не уронил и не сломал. У меня был навигатор X-Play. Там были забиты установлены несколько программ на Vitel, iGo и какая-то еще, не помню. И проблем не было. Настроил один раз, забил весь маршрут туда, проверил. Но как только он у меня вышел из строя, уронил, он отцепился с этого с лобового стекла, упал. И затем начались проблемы с питанием навигатора. Стал искать ему замену. Ну вот, решил пользоваться смартфоном. Забил несколько программ. Иногда они выручали нормально были, иногда начинались какие-то проблемы, косяки. Вот, или спутники им нужны были, или интернет, вернее, нужен был, или еще что, не знаю. В смартфоне. Ну, у меня и смартфон, и планшет с собой беру. Там было много разных навигационных систем. С одной стороны их тестировал, с другой стороны они были как резервные. Но говорю, когда вот в этом маршруте поехал, не вернее в следующем маршруте Москва-Красноярск, там начались проблемы. Ну, во-первых, знаешь маршрут, едешь примерное направление и уже по знакам ориентируешься, по дорожным знакам. Ну и в основном обращаешь внимание на навигатор, куда он тащит. Стараюсь обычно весь маршрут не забивать, например, вот от точки старта до точки финиша, а разбиваю на участки, чтобы он оперативнее, быстрее работал. Вот, ну и не всегда во время старта знакомишься с маршрутом, со всеми поворотами. Ну, потому что осталось такая память от X-Play, что раз забил, то проблем не будет. Да и не было проблем в основном с такими навигаторами. А вот с установленными программами, приложениями, там уже другая картина. Так. Кстати, рекомендую, кто смотрит, кому нравится смотреть видео из окна автомобиля, вот обратите внимание на логин «Путник». Достаточно много интересных маршрутов, думаю, вам понравится и узнаете много интересного. Мне, к сожалению, пока нет возможности посмотреть видео «Путника». «Путник 81» – это... Ну, трасса Амур, давно я там не был. Вот. Так что у меня вопрос пока открытый с навигационной системой. Например, есть в планах, это планшет, все в одном. Там и навигация, и видеорегистрация. И так далее. Но пока еще не остановил свой выбор на каком-то конкретном варианте. Да и таскать с собой, честно говоря, вот целый чемодан всех этих прибамбасов тоже утомительно. Не врать, там полный чемодан железа. Даже иной раз неудобно на вокзале, когда начинают проверять, открываешь чемодан, а там куча металлолома. Так, Владимир Протопопов написал, это логин. Я так и не услышал обещанного ответа о практическом применении азбуки,
практическом применении морзянки. Мне думается, что ее польза на уровне языка эсперанто. И если хотите тайнописи стольника Борятинского. Стольника Борятинского. С уважением. Так, ладно, сейчас поговорим о телеграфной азбуке, которую я стараюсь активно пропагандировать с развитием современных средств связи. Телеграфная азбука, как вид связи, утратила свои возможности, свою, ну как, свою полезность, что ли. Она снята даже в вооруженных силах, снята, ну как это, с эксплуатации, что ли. Нет у нее того значения, которое было раньше. Спутниковая связь, мобильная связь и прочие виды связи оттеснили ее туда, на задворке. Так, чуть позже продолжу, наверное, комментировать, зачем остановился здесь. Но что-то с навигацией у меня начались сбои. Или интернет требует, или обновление карт. Чем плохи вот эти навигационные системы в основном, они требуют постоянного обновления карт. Не все, правда, но тем не менее на многих навигационных системах во многих приложениях требуется регулярное обновление. Как только прозевал, начинаются проблемы разного типа. На трассе интернета практически нет, только вблизи населенных пунктов. И закачивать, обновлять карты, но у меня интернет стараешься экономить на интернете, там не очень большой объем информации можно скачать, но со стационарными или с навигаторами как таковыми таких проблем нет. Один раз обновил, какую-то прошивку сделал и все. А вот с этими приложениями постоянный геморрой. По крайней мере, у меня так. Телеграфная азбука. Повторю, что потеряла. То первоначальное значение, которое было. Ну, послушали любезности на 15-м канале. Сейчас телеграфная азбука используется, на мой взгляд, только, как мне кажется, только в спортивном сегменте. Это
как спортивная связь на дальние расстояния, как скоростной прием и передача азбуки, телеграфной азбуки рукой. Я помню, что в момент я считаю, что телеграфная азбука незаслуженно забыта. Ее оттеснили от нынешние средства связи, но списывать ее со счетов и забывать, это, я думаю, неправильно. Поэтому, поскольку она сейчас используется только как вид спорта, и надеюсь, думаю, что когда-нибудь она станет олимпийским видом спорта. А сейчас постоянно проводятся соревнования по скоростному приему передачи знаков телеграфной азбуки. И вот вспоминаю, какая была скорость, какие были рекорды в период, когда я служил в армии. Тогда было 30-40 групп, 40 групп в минуту, это 200 знаков. И сейчас, вот недавно смотрел в интернете, практического применения как вид связи. Это имеет 300, на данном этапе 30 знаков в минуту, это порядка, это больше 60 групп, но скорость невероятная. Вид. Практического применения, я не знаю, есть оно или нет, по всей вероятности, так, с левой стороны эта азбука сейчас не имеет. Каилга, впереди населенный пункт Травники. Прямо на трассе, с правой стороны в стороне, справа по ходу движения, на расстоянии примерно километра, населенный пункт Спутники. Так что я продолжаю пропагандировать телеграфную азбуку. То, что она имеет, несет пользу человеку, об этом даже говорить, наверное, не стоит. Развивает слух и реакцию, память. Ну и как язык, скажем, эсперанто, что-то наподобие эсперанто, своеобразный язык общения. Я бы не стал ее списывать со счетов и сдавать в архив. Я думаю, она еще будет востребована. Найдут им более достойное применение. Сегодня, кстати, состоится открытый урок. Выступлю, сделаю короткое выступление по пропаганде телеграфной азбуки. Я думаю, что, наверное, ответил, что практического применения только как приложение вида спорта. Так, логин Real Time Car Travel. А какой программой вы пользуетесь для обработки и ускорения видео и наложения голосовых комментариев? Я обрабатываю
обрабатываю видеоредактором Mova AVI. Приобрел эту программу, купил ее. Очень хорошая программа, много полезных функций. Да что такое? Освоил ее достаточно хорошая программа, очень проста в управлении. У меня несколько программ для обработки видео. Sony Vegas Pro 12, вот. Но она несколько сложнее в этом. В плане освоения. Я долго ей пользовался, наверное, года 2 или 3. Вот, но вот сейчас, сравнивая Mova AVI и Sony Vegas Pro 12, я вот отдаю предпочтение Mova AVI. С правой стороны поселок Тимирязевский и мост через реку Лобановка. Так, логин Вася Васин спрашивает, когда поездка появится в оригинале на втором канале без ускорения. И по всей вероятности, после размещения ускоренного варианта, это же видео буду размещать на втором аккаунте. Много видео, я говорю, скопилось для обработки. Потребуется не один месяц, чтобы все видео обработать. Потому что будет еще в ускоренном варианте Москва, Красноярск, затем без ускорения. Это же видео буду размещать на втором канале. Пока не определился, где буду размещать «Россия из окна поезда», потому что я снимал видео из Кемерово в Москву и из Красноярска в Москву. Но там будут у меня новинки, новые варианты. Планирую «Россия из окна поезда» размещать в таком варианте. Маленькую часть экрана отдам под трек, как двигается поезд. Ну, путь курсора по карте и с одновременной привязкой к видео. Или же отдельно сниму движение курсора по карте в самом начале видео, ну а затем уже само видео. Вот пока не знаю, стоит ли занимать часть экрана, размещая курсор на карте. Это что касается видео. Не хватает времени и возможностей одновременно делать видео для второго аккаунта. Ну вот так вот пока у меня получается, к сожалению. Так что и этот видео без ускорения немножко будет отставать от первого аккаунта. Александр VII Логин пишет,
За Исаметова при движении из Москвы неплохая ловушка на большие грузы, так как населенный пункт заканчивается на спуске, а сразу за ним огромная гора. Да, есть такие засады, есть такие ловушки. Так что те, кто отправляется в поездку, читайте комментарии. Много полезных советов, в частности от Александра VII. Так, Александр VII пишет: парная камера, то есть комплекс автодория, ее, возможно, не видят радиодетекторы, так как принцип работы у него другой. Он просто фоткает машины и не излучает сигнал. Ну, Бог ее знает, я не знаю принцип работы вот по этих парных камер. Все-таки, чтобы сфотографировать автомобиль, номер автомобиля, его надо как-то распознать во время движения. Ну, не знаю, вот честно говоря, вот работу парных камер я не знаю. А так, Белтроник, он принимает практически все излучения. Так, Александр VII, логин. Я когда еду на карте Яндекс навигатора, всегда устанавливаю метки на частоте трассы. Всех прошу так же делать. Очень полезная функция. Так, Александр VII, прошу вот с этого места поподробнее. Какие кнопки нажимать, какие приложения открывать. Я думаю, это будет полезно многим. Прошу поделиться опытом. Так, логин 11.42, Вадим. В Татарстане очень рано темнеет. Интересно, нравится ли местным жителям жить в московском времени? Или, как мне кажется, было бы удобнее уйти на плюс час вперед? Ох. Не знаю даже, что сказать по этим часовым поясам. Отправляясь в дальние поездки, часовые пояса всегда являются проблемой лично для меня. Чем дальше от Москвы, тем сильнее разнятся вот эти периоды, когда темнеет, когда светлеет. Не знаю, кто придумал эту систему, вот переходить на летнее, на зимнее время. На мой взгляд, переходить на зимнее, на летнее время, это очень вредное мероприятие. Мало того, что это стресс для организма, но не знаю, кто-то лоббирует вот эти переходы, я бы категорически это запретил. А то, что вот часовые пояса устанавливать, это, наверное, нужно проводить какой-то опрос в самом Татарстане, привязываться к Москве. Смысл какой? Главное, чтобы было удобно тем, кто живет на этой территории, я так думаю. Но меня, говорю, здорово выбивает реальная смена поясов, когда ты смотришь на часах, у тебя одно время, в каком поясе ты находишься, не знаешь. Каждый раз ну, я с собой двое часов таскаю. Одни автоматически переходят на часовые пояса, а другие, значит, постоянно привязаны к московскому времени. Не знаю, как мог ответил. Так, вот этот момент. Вот этот момент. Я прекрасно знал. Это
Вот что здесь случилось. Я прекрасно знал трассу маршрут, где уходить на объездную дорогу Челябинска. Меня напрягло то, что я ехал уже вот по навигации этого смартфона. По смартфону ехал. И уже недоверие было и к навигатору, и видел знак. Один показывает прямо на курган. Вот навигатор потащил тоже прямо, но я чувствовал, что вот на этой развязке нужно уходить направо. Я вот остановился, поэтому уточнить у дальнобойщиков. Вот. Поэтому смена вот этих навигационных систем, она отрицательно сказалась для меня. Остановился, чтобы вот скорректировать дальнейшее движение. Можно было и прямо ехать, как подсказывал навигатор и дорожный указатель. Повторю, что дорожный указатель показывал на курган ехать, двигаться прямо. А навигатор... Ну, нет, да, навигатор показывал свернуть на развязке направо. Вот, но уже у меня было недоверие к навигатору, поэтому вот, вызвало такое у меня ощущение остановиться, потребность такая остановиться, уточнить, скорректировать дальнейшее движение. Вот такая вот фигня. Так, заканчивался уже у меня запас топлива. На объездной, на этом участке объездной дороги, дальше впереди есть заправка. Я там несколько раз останавливался, заправлялся, там и площадка для отдыха есть. И вообще в планах у меня было вот остановиться где-то вот на одной из этих стоянок, которые на объездной дороге Челябинска. Но получилось так, как, к сожалению, получилось. Башнефть. Залил полный бак бензина. В общем, эта поездка у меня вызвала очень неприятное воспоминание вызывает. Очень неприятно. Не только вот с этим, с поворотом на объездную Челябинска. Там и другие моменты были, когда нужно под кого-то подстраиваться. Так, ну это заключительный кусочек видео 9 серии. Постарался ответить на вопросы, может как-то коряво это получилось. Так что прошу не сердиться, если что, задавайте. Продолжим дискутировать на какие-то темы, на какие-то вопросы. И по телеграфной азбуке, и по навигаторам, по местам для отдыха.
Но основное это видео, вот, которое размещаю на первом аккаунте, это как справочный материал, что ли, для тех, кто собирается в поездку. Чтобы посмотреть, какие условия, какая дорога. Разметка, видите, отвратительная, почти никакая. Но это вот в объезд Челябинска. На этом заканчиваю комментарий. До следующей встречи.